Лягушонок Кваки. Родила сына, а он превратился в лягушонка. Еще ква! Говори, ква! 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 Да? Сейчас у тебя голова закружится, Дим. Ква! Ну давай, вперед туда. Туда давай. Че ты закружишься-то? Как утренняя снежинка на пастбище. О, давай, давай. Туда, вперед. Вперед, вперед, давай, куда пошел? А, вот она, моя сына. В лягушонка превратилась, да? У нас на улице третий день идет снег. Сильная метель, ветер прям такой сильный. На кухню заходишь и слышишь, как ш-ш-ш, такое что-то. Вот сильная метель, прям вообще муж выходил в магазин. Он говорит, я еле дошел, там такая метель, говорит, так неприятно. Так, ну и мы будем поливать вот этот цветочек. Здесь у меня кактусенок живет маленький. Не знаю, прижился, не прижился он. Я его трогать не буду. Вот также у нас вот этот цветочек. Женское счастье, говорят, он называется. Или как-то еще, я уже не помню. Так. На этот цветок, кстати, обычно уходит 2 литра. Он пока все впитается. Вода набирается со всех сторон. Потом я останавливаюсь, потому что вода вон там он прям набралась очень. И бывало такое, да, что она переливалась и лилась сюда. И одно время было, когда поливала удобрением, удобрение полилось сюда. И вот этот вот цветок начал желтеть. Ему не понравилось это удобрение. И после этого я стала как-то поаккуратнее, чтобы не выливалось ничего ниоткуда. Я надеюсь, что он у меня когда-нибудь... Это у меня, кстати, цветок гибискус. Кто не смотрел предыдущие ролики. И он у меня перестал цвести. Потому что я летом воткнула в него по бокам бутылки. Мы уезжали в путешествие. Его поливать было некому. И после этого он перестал цвести. Уже 1,5 года прошло. Я его уже подрезала даже. У него даже такие вот... Не знаю, почему-то они такие наклоненные. Их надо подвязать, приклеить туда. Да, там Дима на заднем фоне просыпается. Дает о себе знать. Вот. А я сейчас быстренько пойду перекусывать, потому что я сижу на диете. Пойду сейчас я вечером ужина завтракать. Если вы не коктейль белковый. Такой кефирный. Пробовать буду ее завтра. Буду смотреть, ушел вес или не ушел. И сейчас я еще немножко, у меня есть время. Посижу чуть-чуть за компьютером. Вот компьютер. Отдохну. Посмотрите, Дима тут у нас подметает. Давай, как ты подметаешь, Дима? Вот, как ты подметаешь. Отодвигаю все-таки его кроватку, но все равно он отбирает. Руки длинные, Дима большой становится, растет, да? Давай, давай, подметай. О, молодец какой. Да, молодец. А что ты без тапочек-то, я что-то не поняла. А тапки что не одел? Возьми маленький веник, тебе неудобно? Возьми маленький. Я же тебя покупала, смотри. Покупала. Ставь туда в угол. Ставь, ставь ее. Все, стоит она. Иди сюда. Бери маленький веничек. Сначала веник бери. Совок потом, Дима. Совок потом. Давай веником ставь маленьким. Вот, все в кучку подметай. Ну как ты подметаешь, зайка? Дай сюда. Дай сюда. Сейчас мама покажет тебе. Сейчас покажет. Отойди. Вот, смотри, если на кухне. Ставить полностью на пол, смотри.
за безобразие? Куча-куча мелких деталей. А маме потом как пуцы собирать, что ли? Знаете, честно говоря, маленькому ребенку лучше не делать ремонт, а просто оставить стены пустые. Именно вот такие вот. Они, кстати, очень ровные. То есть мне казалось все время, что они после цемента будут какие-то такие, как цементом, что ли. А тут как бетон просто. Просто вот она ровная. То есть тут, если даже нарисуешь, ничего как бы такое не будет. И не сдерешь особо. Ну, они светлые, кстати, не особо мешают. Надеюсь, что ничего там больше не заклеит нам. Да, ну, Дима все-таки решил заниматься ремонтом, продолжать, поэтому у нас вот такая картина. И, если честно, я очень хочу, мне очень хочется дорисовать вот здесь вот. То есть, видите, такие вот идут дуги. Ощущение, вот, что там вот так вот облако. Там солнышко где-нибудь тут сбоку, солнышко, тут вот какие-нибудь человечки. Вот, невозможно, прям хочется. Как-то так у него все это получается. Да, ты тут подметаешь. Ой, ты какой молодец! Давай везде, давай все. Вот это вот сюда в совочек вметай. Аккуратненько, только не быстро, а то они перелетят. Вот. Давай, молодец. Молодец, ты ему поможешь. Диме 2,6. Да, Диму какой помощник. Давай сюда. Вот ты какой он самостоятельный. Димочка уже взрослеет у нас. Давай, там собирай в кучку, а я здесь буду. Вот такая у нас уборка после прекрасной ночи. А я еще так просыпаюсь, сквозь сон слышу. Хр-хр. Я такая: Дима, ты что там делаешь? Оп, тишина. Вот так спать хотелось невозможно. Я все-таки уснула.